Всем добрый день! И сегодня я приглашаю вас прогуляться по метро. Да-да, именно прогуляться. Вспомните, когда вы последний раз, спускаясь в метро, оглядывались по сторонам и разглядывали станции. Да я сама такая. Все правильно. Метро — это что? Это быстрый вид транспорта, на котором удобно переместиться из одного пункта в другой, и причем очень быстро. Именно поэтому я приглашаю вас прогуляться. А прогуляемся мы сегодня с вами по станции метро Сретенский бульвар. Эта станция находится на Люблинско-Дмитровской линии московского метрополитена. И открыта она 29 декабря 2007 года между станциями Чекаловская и Трубная. Начали строить эту станцию вместе со станцией метро Трубная в 1990 году. Но потом финансирование закончилось, станцию заморозили и продолжили ее строить только в начале 2000-х годов. Ну и, как я уже сказала, в 2007 году станция открылась, но на этом история ее не закончилась. И только в 2011 году станция обзавелась своим выходом в город и своим подземным вестибюлем. Тематика оформления станции – бульварное кольцо. На пилонах в их нишах помещены 24 панно с изображением деревьев и домов, и людей, и памятников. Здесь использовались сюжеты со Сретенского бульвара, со Страстного и с Петровского. Изначально в этих нишах планировали поставить бронзовые статуи. Ну, не знаю. Мне кажется, так лучше. Статуя это, наверное, было все-таки бы очень громоздко. Панно изготовил художник Иван Лубенников, и представляют они собой плоские аппликации, прикрепленные поверх мраморных плит. Эти аппликации были изготовлены на комбинате декоративно-монументального искусства. Благодаря технике, специальной технике изготовления они выглядят не как черно-белая графика, а имеют довольно сдержанные охристые земляные цвета. И каждая картина – самостоятельное произведение, несущее определенную информацию. Здесь мы можем видеть изображения памятников Пушкину, Гоголю, Тимирязеву. Ну и также на некоторых панно есть даже цитаты классиков. Ну и на этом я закончу свою такую небольшую прогулку по московскому метро, по станции Сретенский бульвар. Всем большое спасибо за совместную прогулку. Ну, вы оставайтесь у меня на канале, подписывайтесь, ставьте лайки, если вам понравилось, комментируйте. А я говорю вам до свидания, еще обязательно увидимся. Всем пока-пока.